Время вечерней молитвы, время разговения. Верующим желательно сразу же открыть пост. Тысячи волонтеров по всему Дагестану раздают финики, воду на оживленных улицах. Они помогают мусульманам разговеться вовремя, прямо в дороге. Если говорить о всей республике, то количество воды, которое выдается, это более 15 тысяч бутылок с финиками. Мы ежедневно раздаем. Конечно, это очень большое количество волонтеров принимают участие ежедневно. У нас только в Махачкале более 300 волонтеров принимают участие в распределении этой воды и фиников на улицах нашей республики. Помимо этого, почти в каждом районе республики развернуты благотворительные шатры. Любой верующий может не только выпить воды и поесть фиников, но и вдоволь насытиться горячим пловом. Самый масштабный шатер развернут во дворе джума-мечети Махачкалы. Сюда приходят как рядовые мусульмане, так и чиновники, духовные лидеры. На этот раз акцию поддержали представители Минспорта республики. Хорошие наши дела, это хорошее будет говорить о нашем народе, в нашей республике. Плохие наши дела, также, естественно, будут о нас говорить плохо. Так что мы будем стараться, каждый на своем посту, каждый на своем месте, быть полезными для нашей молодежи, для нашего будущего поколения. Остро нуждающимся семьям волонтеры доставляют еду на ифтар прямо до дома. Организаторами благотворительных акций выступает фонд «Инсан». Вот уже 10 лет они вместе с меценатами и просто неравнодушными людьми творят добро в святой месяц мусульмана. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.